Дорогие друзья, уважаемые учащиеся школ, уважаемые педагоги, гости, от лица трудового коллектива горняков Михайловского ГОКа, от лица трудового коллектива компании «Металлоинвест» я поздравляю вас, ребята, и всех нас, как причастных к этому прекрасному, приятному событию с открытием такого прекрасного спортивного уголка на территории школы, одной из старейших школ нашего города. Благотворительная деятельность компании «Металлоинвест» имеет много направлений, и одно из них – это реализация корпоративных программ компании в городе Железногорске. В компании много корпоративных программ, и они тоже имеют разные направления. Это и программа «Здоровый ребенок» по снижению детской заболеваемости, это программа «Наша смена», «Наши чемпионы», программы, которые направлены на поддержание и развитие городского образования и физкультуры. И одна, на мой взгляд, из самых, наверное, ярких и неординарных программ – это программа «Сделаем вместе», благодаря которой, любой житель нашего города может реализовать свою мечту, свою какую-то задумку и фантазию. В начале мероприятия нас всех благодарили за эту площадку, но на самом деле благодарить нужно вас, дорогие ребята, дорогие взрослые, те, кто были инициаторами такого интересного проекта. Спасибо вам за участие. Благодаря вам, в общем-то, наши программы и работают, и действуют, выделяется финансирование, и я уверен, что и на будущие годы вы будете проявлять активность, будем расширять наше городское пространство, украшать его, и наш город будет самым-самым красивым. А он так уже самый красивый, правда? Да. Да. Праздником. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется директору ремонтно-хозяйственной службы города Железногорска.